В общем, выставка состоялась, честно говоря. Это мне очень тоже понравилось. Сначала, конечно, работы, когда стояли у стенки, все это было как-то вот волнительно. Понятно, что как. И даже непонятно, куда даже что вешать. Но вот когда все спланировали, поставили, и все зазвучало. Вот. Сейчас я хотел бы предоставить слово председателю Творческого союза профессиональных художников Ивану Владимировичу Игнаткову. Здравствуйте. Очень рад видеть сегодня здесь столько знакомых лиц. И хочу поздравить Юрия с замечательным открытием прекрасной выставки. Замечательных художников, которые собрались здесь в такое трудное время, когда еще на дачах не все отцвело, вот, но они решились представить свои работы. Очень приятно присутствовать здесь. Большое всем спасибо художникам, которые занимаются творчеством, создают произведения искусства. Поздравляю всех с этим прекрасным открытием. Рад за ЦДХ, что такая хорошая выставка в нем проходит. Спасибо всем, кто принимал участие в организации этой выставки. Ну и Юрию Леонову, потому что его начинание, вот этот вот каталог, который издается регулярно, это очень большое дело. Это, поверьте, не так много времени пройдет, когда это будет серьезной справочной литературой для больших искусствоведов будущих времен. Ну, спасибо, Юрий. Хотел бы предоставить слово почетному члену Российской академии художеств Геннадию Николаевичу Комбольцеву. Открытие любой выставки – это праздник для устроителей, художников и посетителей. Так что поздравляю всех. Что изограф не стоит на месте, и вы знаете, что вот эту серию, интересную серию, которая была задумана, начиналась она со 150-летия, со дня рождения Левитана, и потом она продолжалась по датам жизни великих мастеров. В этом году мы планируем сделать альбом, посвященный творчеству Михаила Александровича Врубеля к 160-летию со дня его рождения. И я приглашаю вас всех принять участие в этом альбоме. Потому что, ну, действительно, Иван Владимирович правильно сказал, пройдет время, и практически вот эти альбомы все, даже те, которые вот изограф выпускал где-то лет 10-15 назад, они уже становятся раритетами. И дело в том, что в самых первых альбомах у нас были такие художники, которые сейчас уже все практически академики. Вот. Ну, я еще раз поздравляю вас. Я сейчас предоставляю слово члену Творческого союза профессиональных художников Малюсовой Татьяне. Волшебным сказкам. И там будет что-то совершенно необыкновенное.
Ну, я уже говорю, та стенка очень профессиональная, с Крыловой. Вот, ну, у него мне особенно понравились портреты. Они очень выразительные, там дан характер. Вот, и вот очень, кстати, вот не знаю, это родственница его, Татьяна Крылова, у нее очень живые этюды. Они где-то вот там, в середине висят. Вот. И, ну, там стена вся очень профессиональная. Вот эти натюрморты такие академические, ну, не академические, а такие. Подвалы голландцев, скажем так, но плакончиков, да. Но там вся стена очень профессиональная такая. Есть, как говорится, что купить коллекционерам. Вот. И там же на той стенке, вот необычные, вроде бы простые, но чем-то очень берут за душу две работы Зиминой. Вот, на той стороне. И вообще работа в уровне хорошая, да, и совершенно потрясающая абстракция, вот эти Ильясовы. Это просто изумительные, совершенно светлые и яркие. И вот именно по этим работам сразу вот, как, вот спор такой, нужна абстрактная живопись или нет. Вот, когда видишь эти работы, то сразу знаешь, что точно вот это надо, потому что это очень красиво, это просто изумительно. Вот, но тут еще очень много хороших работ.